Опасные жвачки. На Кубани изъята из продажи жевательная резинка, на обертках которой содержались призывы к экстремальным играм. Подросткам предлагалось начать игру «Правда или действие». Среди заданий – сделать селфи с самой высокой точки в общественном месте или ответить на вопрос, что точно нужно сделать перед смертью. При этом завершалось послание фразой «Брось вызов друзьям». Подтвердить свое достижение предлагалось в соцсетях в интернете. Поскольку подобные игры схожи с заданиями так называемых «групп смерти», Департамент потребительской сферы Кубани начал проверку всех торговых точек на наличие жевательной резинки в подозрительной упаковке. По поручению Юрия Гриценко, вице-губернатора Краснодарского края, курирующего потребительскую сферу, все без исключения партии жевательной резинки «Файв. Правда или действие» должны быть сняты с продажи. В Славянском районе меры были приняты незамедлительно. С этой целью мы проинформировали руководителей предприятий о недопущении реализации, причем делалось это все в кратчайшие сроки, это в течение день-два. И далее объехали каждый торговый объект с целью мониторинга, то есть посмотреть, что по факту есть в наличии на прилавках нашей торговой сети. В результате изначально данная продукция до указания была в торговой сети «Магнит», но они исключили добровольно. То есть на сегодняшний день можно сказать, что работа проведена. Сейчас на прилавках в магазинах нашего города нет жевательной резинки «Файв. Правда или действие». Наша съемочная группа в этом убедилась лично. Родители, будьте внимательны, следите за увлечениями своих детей. Объясните, чтобы они не поддавались на такого рода провокации. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».